Всем доброе утро. Я вчера не стал загружать. Приехал уже. Я как-то не подумал о том, что будет темно. Поэтому решил дождаться до утра. Для того, чтобы мне... Ну, машины дорогие. Мне надо... Вон, Bentley. Правда, я не знаю, Continental это или нет. В общем, Bentley. Мне надо их всех проверить. Поэтому дело серьезное. Я решил... Ночью в потемках этим не заниматься, а сделать это сегодня, когда расцветет. Для того, чтобы ну, гарантированно, ну, допустим, я там пару часов бы я сэкономил, ну, может, 4 часа, но могли бы быть проблемы с клиентами, если вдруг я там что-то не увидел бы. Поэтому, ребят, сейчас будем загружаться, я вам покажу, какие машины я беру. Вот, и будем... грузиться. Ключи у меня, конечно, на поясе. Сейчас я точно буду все смотреть. Вот у меня здесь есть листик, где я отметил, какие машины куда. Вот этот Porsche идет, вот этот вот Bentley идет, такие они мне, вот этот BMW, Nissan, Mercedes. И вот это вот Санта-Фе. Значит, это сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И что-то еще. И что-то еще. Надо найти, что еще. Какая-то машина еще идет. Ладно, идем делать инспекцию. Все машины проверил. Правильно я сделал, что я отложил это все дело до утра. Потому что дефекты были в таких разных местах. Ладно, вот этот вот Nissan. Как говорит мой друг, дешманская машина. Но тут же ж есть и дорогие. Так, тут же ж есть и дорогие машины. Это у меня пойдет на крышу. Ну что? Ребята, погнали. Надо сиденье подвинуть вперед. Машину я колеса проверил, чтобы все было ровненько по центру, равномерно. Погнали. Ты не забудь лайк поставить. Все для тебя снимаю. Лайк, подписка и комментарий. Все для тебя. Все для тебя, родная, ты тоже не забудь. Whoa!
Так, что у нас тут? Равномерненько? Вроде да. Да. Работка! Так, что-то мне кажется, у меня там страп загнет. Сейчас. Надо поправить. Надо поправить. Так, все проверили. Можно приземляться. Так, ну я делаю это медленнее, потому что мне надо смотреть, чтобы вам видно было. И чтобы там было нормально. Если вы не поставите лайк. После музыкальной паузы у нас на очереди Mercedes. Вот такой вот Mercedes. Давайте я вам покажу кабриолет. Его нельзя ставить вниз. Он может стоять только наверху. Е550. Такой Mercedes. Почему нельзя ставить кабриолет вниз? Потому что если из машины наверху будет капать масло на крышу, то будет плохо. Так вот выглядит внутри. Я не знаю, какого он года, но уже не новый. Ну, в принципе, ничего так. Ничего так, Мерседес. Двигатель. Музыка нам не нужна. Погнали. Грузим мы его. Значит, как я сказал, так как это кабриолет, мы его не можем грузить, во-первых, внизу. Во-вторых, мы его не можем грузить задом. Поэтому мы его грузим исключительно наверх и передом. Небольшой экранчик задней камеры. Так, ну мне надо подставить его как положено, поэтому пока без вас. Все. Можно ехать. Так, бампером я не цепляю. Thank you.
Ну, как-то так. Следующее, что у нас идет, это Audi Q5. Вот такая вот Audi Q5. Это та машина, которую я забыл, что у меня еще, когда я вам в самом начале говорил. Все вот эти вот царапины я поотмечал. Тут тоже. В общем, идем грузить. Такой вот салон. Нормальный. Стартуем. Что это такое? Не знаю. Если кто знает, это, наверное... Хрен его знает. Короче, типа джойстика. И цифры там что-то один. О, не, нам музыка не надо. Музыка нам не надо. Тоже вот камера заднего вида. Лучше в эту сторону. Да. Оп. Назад. А, нет. Это мы грузим задом. Ну, как-то так. И пойдем смотреть глазами. Все. А, и так сойдет. Поехали потихоньку. Thank you.
Так, там нормально. Вроде. Там у меня, видите, есть зеркальце. Видите, в углу? Вот в него я смотрю, чтобы видеть, что происходит сзади. Там видно и выхлопные трубы. Ну, как-то так. И выхлопные трубы видно. И этот, как его, заднюю часть. Все. Иногда я ставлю еще ближе, но тут как бы необходимости нет. Можно еще ближе, но не надо. Наверху маленькая машина, все поместится и так. Положил телефон в карман. Там есть такой специальный такой адаптер, который одевается. Ну и он погнулся на этот, как его, микрофон перестал работать. Смотрите, какая тут. Ух ты, ёшкин дрын. Микрофон перестал работать, поэтому надо будет либо новый покупать, либо смотреть, что там, может, паять что-то. Пришлось выключать музыку. Так, что у нас? Драйв, не драйв? Да, драйв. Этот чудо немецкого автопрома мы ставим на трейлер наверх. Передом. Где мне тут развернуться? Ставим передом. Пока мерседесы, ну, эти, как их, BMW новые, и мерседесы тоже, они, конечно, хорошие, впечатляют. Ночью здесь, вот видите, здесь подсветочка идет, я вечером, здесь тоже симпатичненько так. Проблема в том, что они перестали делать их надежными. А так. А он, смотрите, видит. Ну, вроде ровненько. Сейчас пойдем посмотрим, проверим. Более-менее нормально. Резвый сукин сын.
Как-то так. Вот так вот поставили BMW. Он, зараза, широкий. Видите? Широкий. Теперь очередь за Bentley. Ну, давай, открывайся, сарай. Ну, такой сарай, нормальный такой. Да, это Континенталь. У меня в бумагах написано. Bentley Континенталь. Какой-то такой подсосик такой. Чик-чик-чик-чик-чик. А, это я понял. Я понял, вы, деревня, это чтобы этот, закрывать, открывать воздуховоды, вы поняли? Вот так вот. Так, подожди, кнопка старт здесь. А, зверюга. Опять музыка, а музыка не нужна, музыка нас не связала. Так, тут есть, я так понял, спорт режим. Ты переключаешь. А может, нет? Хрен его знает. Ну да, спорт режим. Ну нам спорт режим не нужен. Но надо стеклоочиститель. И мы погнали на Bentley. Ну так рычит хорошо так. Ну так. Сзади нас проехал этот. Такой, правда, дешманский вид сзади. Ладно, я молчу. Ну, Bentley, ну такое. На любителя. Я бы не купил такую машину. Если бы даже были деньги. Не знаю. В принципе, конечно, статусная. Но по комфорту, я вам так скажу, мне не очень. То же самое, что я купил швейцарские часы. Фигня фигней. Честно слово. Ладно, проверим. Правильно я стою. Теперь у нас Cayenne на очереди. Кстати, очень-очень даже новый. Хорошая машина. Вот Cayenne мне нравится. Да. Так, где у него? Где у него кнопка старт? Вот это, наверное. Ага. Ага. Да, Cayenne мне нравится. Что, драйв, не драйв? Да, драйв. Так, я сделал паузу, чтобы выехать нормально. Чтобы Cayenne не ушатать. Новый же. Вот не знаю, Bentley мне не нравится, а Cayenne нравится.
Ну-ка, ей надо брать только новый, а потом это уже тоже фигня. Они ненадежные. Надежный красавец. Ставим мы его вниз на трейлер. Ну, мало-помалу. Он широкий, такой же широкий, как и пикап-траки. Поэтому засовывать его надо впритык. Так, попробуем открыть дверь. До открывания двери тут далеко. Все, я вылез. Смотрите. Вот так вот, пацаны. Мастерство не пропьешь. Ну все, вот последняя Санта-Фе, Хендай. Не с кожаным салоном, с тряпочным. Эту машину мы поставим назад. Почти закончили. Высота у меня получилась 12,6. Это очень низко. То есть шикарно. Можно вообще не думать о никаких мостах. Обычная высота грузовика 13,6. А, нет, у меня 12,10. Да, 12,10, я извиняюсь. Обычная высота грузовика 13,6. Что я хотел еще в конце сказать. Сегодня я утром, когда проснулся, я так, знаете, буду буквально пару слов стараться в каждом ролике немножечко коснуться политики. Буквально пару слов. И сегодня утром я проснулся, начал смотреть новости. Ну и в принципе увидел то, о чем я и предупреждал. О чем я и предупреждал. О том, что
Ну, по сути, гонения на израильтян, на евреев начинаются. И эти гонения не только начинаются, а на мой взгляд, оно проталкивается специально по всему миру. Так же точно, как проталкивали, когда нужно было, черные жизни имеют значение, нужно было раскачивать эту штуку. Теперь то же самое прокачивают ненависть к евреям. Мне жалко и палестинцев, мне жалко и обычных израильтян, потому что пострадают и те, и другие. И все это из-за правительства. Из-за, даже не только правительства, это из-за мировой элиты, которая по плану, это уже по плану было давно, поэтому ничего тут внезапного не произошло, все идет по плану. И Биби Нетаньяху, вместо того, чтобы пойти под суд за коррупцию, вот он как бы развязал Третью мировую. И его же граждане очень сильно, к сожалению, к моему, пострадают. То есть ничего хорошего я в этом плане не ожидаю. А что вы думаете по этому поводу? Ну, а я... Что? Я мирно поехал во Флориду. Всем пока.